Ну а говоря про останки мамонтов, сегодня на территории Якутии находится более 70% этой фауны. И ежегодно из Якутии вывозят порядка 60 тонн бивней древних животных. Их сбор нуждается в законодательном регулировании на федеральном уровне, так как, по данным ученых, ущерб от незаконной добычи превышает 1 миллиард рублей в год. Чем сегодня регулируется сбор палеонтологических материалов и на что готовы черные копатели, разбирался Евгений Тайтонов. Бивни мамонта собираются в 13 районах республики. Это Абыйский, Алайховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Кабяйский, Момский, Нижнеколымский, Оленёкский, Среднеколымский, Устьянский и Эвенобатантайские районы. Здесь работают 77 недропользователей, которые в целом получили 485 лицензий. В прошлом году они собрали более 80 тонн палеонтологических коллекционных материалов мамонтовой фауны. Контролировать деятельность этих недропользователей проверяющим органам проблематично из-за несовершенности российского законодательства. Так принятый в прошлом году Госдумой закон о трехлетнем моратории на проверки малого бизнеса распространяется и на этот вид деятельности. Закон нас ограничивает в части проведения вот плановых мероприятий проверочных, да? А в части внеплановых мероприятий, к сожалению, вот до настоящего времени ни одного обращения не поступало. Адрес вот надзорных органов. Поэтому в внеплановом порядке тоже проводить мы не имеем права. В 2005 году был разработан и принят региональный закон о регулировании мамонтовой фауны, где изложены все нормативно-правовые аспекты этого вопроса. Но через два года решением суда основная часть и самые важные нормы закона были аннулированы. После этого парламент Якутии в Госдуму направил изменения в закон о недрах в части передачи полномочий по регулированию добычи мамонтовой фауны на уровень субъекта. В этом проекте преследуем цель, во-первых, достаточно прозрачного, ясного регулирования с тем, чтобы местные жители могли легально заниматься сбором мамонтовой фауны. С другой стороны, был бы обеспечен надлежащий контроль за деятельностью по незаконной добыче палеонтологических остатков. Министерство природных ресурсов России на этом этапе пока не готово приступить к разработке этого закона. Помимо этого, нельзя забывать и о черных копателях, пресечь деятельность которых пока не удается. Это связано в том числе с отдаленностью районов. На днях Управление Росприроднадзора совместно с Минохраной природы впервые провели рейд, чтобы подтвердить факт незаконной добычи палеонтологических материалов, в частности бивней мамонта. Между поселками Северный и Казачья в Устьянском районе находится местность, на которой приходится основная доля добычи бивней черными копателями. Здесь на берегу их встречает пес, затем неохотно выходит и сам хозяин животного. Им оказался 61-летний пенсионер. Использование мотопомп наносит огромный ущерб криолитозоне Якутии и запрещен при сборе палеонтологических материалов. Как признался сам Петр Филоменко, лицензии на добычу бивней мамонта у него нет. О запрете использования мотопомп узнал весной этого года, но все равно продолжал промывать грунт. Потому что зарплаты у нас какие, пенсии тем более еще какие. Сейчас меня вон за квартиру выдрали, 6 тысяч с копейками. Вот пенсия. Все на нее выживешь при наших ценах. У нас цены, вон, пойдешь в магазин, в глаза разбегаются. Кусок колбасы взял, кусок сыра, 2-3 тысячи отдай. В Арктике есть наследие, где летом не встретишь мужчин. Они выезжают добывать бивень, не имея на то лицензии. Как они сами говорят, это позволяет им прокормить свои семьи. Весь Устьянский район занимается добычей бивней. Вопрос нехватки рабочих мест у нас стоит остро. Предприятия, если есть, берут на работу приезжих. У нас даже есть семьи, которые только одной добычей бивней прокармливают своих семерых, а то и восьмерых детей. Поиски мамонтовых костей ведутся с июня по октябрь, а Петр Филоменко попытать свое счастье приехал еще в мае месяце. По дороге утопил машину, чудом остался жив. Вот так и остался тут до осени. Он лишь один из немногих местных жителей, кто приезжает в одиночку. Основные старатели приезжают на больших катерах, вертолетах с целыми бригадами. К моменту приезда проверяющих, как правило, всегда успевают скрыться. Далее Петр показывает места, где они промышляли. Здесь на сопке обнаружены многочисленные искусственные пещеры. Результат помповой промывки вечной мерзлоты. По 8 помп, по 12 помп работало за раз. Было так, чтобы якутские помпы не могли найти. В магазине все помпы скупили. Пары малой воде, да, бивень находили. А сейчас вон 2 недели потыкались они, и бивня нету, бросили все. Каждый день у нашего старателя начинается обходом территории по берегу реки.
Вот здесь может бивень вылезти в ручье. Я вот, когда вода прочистила, берег где-нибудь подмывает, падает. Бывало, все так находили. А так в основном косточки одни. И правда, кости мамонтов на этой территории разбросаны повсеместно. Не пройдешь и 2 метра, не наткнувшись на них. Старатели охотятся только за бивнями, которые потом сбывают приезжим скупщикам за 8-12 тысяч рублей за килограмм. Найденные другие кости древних животных они тут же выбрасывают. Для них они не представляют никакой ценности. А вместе с выброшенными костями палеонтологическая наука теряет ценные артефакты мамонтовой фауны. Ученым остается только предполагать, сколько научных открытий можно было сделать по этим находкам. Это вот тазик. Вот это тазик. Вот видишь они, какие бивни, вот, считаю. Что таз, что это. Небольшие. Петр с утра до вечера ходит по берегу, пристально следит за водой и засовкой, которая постепенно разваливается в надежде наткнуться на бивни. Когда вода упала, а дождя не было. Если бы дождь был бы, ручей хорошо вымыло, можно было вот здесь просто находить. Так всегда получалось. Все, чем отделался наш горе-копатель, это штраф 3000 рублей. Добытые 5 килограмм бивней и мотопомпа изъяты. Как заявляют в Якутском управлении Росприроднадзора, теперь такие рейды станут регулярными. Евгений Тайтонов, Усянский район, Якутия, день за днем.